Ловили! Играют в команде только дети. Они живут в селе и ходят здесь в школу, а в свободное время занимаются футболом. 15-летняя Алия Мансурова – вратарь. Она хочет и дальше связать свою жизнь со спортом. Скорее всего, да, я хочу пойти на физкультурный в колледж. Играют прямо здесь, под гудящими от напряжения высоковольтными вышками, а рядом электропастух. Натянули проволоку с электрическим током, чтобы коровы из хозяйства не убегали. Такая опасная площадка – единственное место для игры в футбол. Вот мы здесь играем, у нас проходит высоковольтная линия. Другие поля тоже не приспособлены к игре. То есть что-то находится возле трассы, что-то возле электропроводов. С инициативой построить хорошую безопасную футбольную площадку выступил тренер сельской команды Рамиль Гизатуллин. Он сам живет в селе с рождения и с детства играет в любительский сельский футбол. Рамиль добровольно тренирует подростков в свое свободное от работы время. Он неоднократно обращался в администрацию с просьбой обустроить хорошее поле, но все тщетно. Обращались и в управление по делам молодежи Татарстана обращались. Они спускают в управление нашего спорта в Пальмитском районе. И вопрос затихает опять. Футбольная секция бесплатная, но инвентарь им нужен. Спонсоры выделяли деньги на форму, да и сами родители тоже помогают. Мы обратились к начальнику управления по спорту и туризму Дмитрию Бакалдину, чтобы узнать, возможна ли постройка футбольной площадки. Мы обратились в управление по физической культуре, спорту и туризму за комментарием. Нам сообщили, что строительство подобных площадок проходит по республиканской программе строительства малозатратных спортивных объектов. Программа подразумевает строительство по одной площадке в год на район. В этом году уже строят мини-футбольную площадку в Альметьевске. В перспективе, как отвечают в управлении по физической культуре, возможность строительства площадки в Старой Михайловке. Рената Саидгараева, Семен Егоров, Новости Юго-Востока.